Любимый племянник не значит хороший аким. Глава Алматы Ахметжан Исимов с каждым днем все больше нервирует людей. Я призываю господина Исимова подать в отставку. В отставку Исимова! Уровень недовольства градоначальником растет с геометрической прогрессией. Выгодные назначенцы настолько утомили простой народ бездействием, что горожане почти хором говорят, что хотят выбирать руководителя сами. Нам не резон, что кто-то своего человека ставит. Мы хотим того, кому вот действительно будем видеть. Сейчас все родственники, да. Кто-то нам там ставит, а мы даже лицо этого человека не знаем. Спроси у меня, кто такой аким Алматы. Я скажу, не знаю, потому что я его реально не знаю. Нет хорошего управления, нет хорошего контроля. Люди чувствуют себя незащищенными. С одной стороны, выбираться, конечно, интересно, но при этом возможен вариант, то есть подтасовки. Не секрет, что Нурсултан Назарбаев подбирает на государственные позиции людей отнюдь не по профессиональным качествам, а тех, кто к нему лоялен, попросту говоря, родственников и приспешников. Потому и результат налицо. Начальник как бы есть деньги тратится на широкую ногу, только уровень жизни людей, напротив, скатывается в пропасть. Многие в Казахстане это понимают, только высказаться боятся. Аресты инакомыслящих не на шутку запугали народ. Оппозиционный политик Мухтар Аблязов как в воду глядел, когда предупреждал о подобном исходе. Хорошего от клановости ждать не стоит. Мы говорим о том, что власть оторвалась от народа. И это выражается в том, что на всех уровнях, все уровни акимов, они фактически не смотрят на народ, не слушают народ. А это потому от того, что их народ не избирает. Сегодня это понимает и народ. Даже по итогам нашего опроса очевидно, что казахстанцы хотят сами выбирать капитана своего корабля и четко знать, на что и куда идут их деньги. Пока же городской бюджет весьма непрозрачная статья расходов. Пойдем на акимат!